Дай пенальти, да, на первых минутах второго тайма. Друзья, мы с вами находимся в фанатском секторе кипрского клуба «Пафос». И прямо сейчас за спиной оператора «Пафос» играет против «Апоэля». Счет 1-2 в пользу чемпиона страны. И вы слышите эти крики. Они сегодня все недовольны судейством. И мы с вами сейчас пойдем к ним и спросим, что они думают о судьях. Это самый рейтинговый вопрос в этот момент. Каждое решение, которое принял судья не в пользу «Пафоса», здесь так отсвистывается и кричат все «Малака! Малака!». «Малака» значит вот отсюда в русском мате, вот досюда, все что угодно. Главное то, с каким выражением ты это говоришь. Но мы думали, что это футболист «Малака», и они кричат «Малаку выпускай! Малаку выпускай!». В этой фанатской толпе я узнал, что такое слово «путарас», что такое слово «малака», что такое слово, как там было? Там много чего. Марко, Шмарко, Фарко. Пойдем. Hello, hello, my friend. My friend, later now we are watching the game. What you can say about referee about today? The referee is a supporter of Apoel. It's obvious. He's supporting Apoel, the referee. Yes? He's a supporter of Apoel. You can see what he is doing. You can see. From you like Pafos play today? Of course. The team is very good. Very strong team. And the coach, the new coach is perfect. The new coach. Who is your favorite player in Pafos now? Now or from the start? Yeah. Now. Berengo. Окей, thank you. Вот сейчас свалили игрока рядом со штрафной, игрока «Пафоса», и видите, что вообще происходит. Путана педе. Ну это я понял. А вообще я очень неудачные штаны надел сегодня на игру. Очень трудно подниматься по кипрским ступенькам. What do you think about referee in today's game? No? Смотрите, киприоты тоже краснеют. Он хоть такой темненький, но заметно, как он покраснел. Thank you. Вид вообще здесь шикарный. Мы нашли с оператором. Я здесь буду смотреть наши игры, когда мы будем играть на этом стадионе в рамках Кубка ФНЛ. Идем сюда. Hello. I love hockey. Okay. American shoes. American shoes, you love American shoes. What you can say about referee today? What? About referee today? Fucking bastard. Fucking bastard. Fucking bastard? Yes. Why? Yes. Why? Fuck you. Okay, thank you. Друзья,
Пафос сравнивает. 0-2 летел, 2-2. Француз, 2 гола подряд. Что здесь происходит? Оле-оле, оле-оле, оле. Оле-оле, оле-оле, оле. Оле-оле, оле-оле, оле. Давай, 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 давай. Я его попросил на камеру порадоваться, он не смог. Потому что вначале были искренние чувства и радость. Сейчас еще победку выцепим, подождите. Ну теперь, когда такой камбэк случился, вопрос о рефери уже не актуален. Все надо было пойти. Да, да, надо, всего лишь надо было пойти в толпу. Талисманы мы, короче. Если у нас талисман Лев, то у Пафоса теперь талисман Гулько и Соболев. Какой-то актер кипрский или модель, или игрок, футболист там затесался в толпу. С причесочкой, да, Андрюша? Поймай его. Вот, да, вот этот красавец. Вообще непонятно, что он делает в толпе в этой. Ну, а он, оказывается, заводила. Атомная бомба? Нет! О, пошел. Смотри. Хоп, эроина. Оп-оп, эроина. Оп, эроина. На. Сейчас мы нашли просто прекраснейшую точку для того, чтобы болеть за свою любимую команду на этом стадионе. Напротив, это все фанаты Апоэля. Выезд примерно 300-400 километров. Для них это просто какой-то космос. И смотрите, сколько народу приехало. Вот это все Пафос, болельщики Пафоса. Сегодня для Кипра очень холодно. Когда потеплее, стадион полный. Ну, в общем, мне атмосфера нравится. Особенно нравятся эти сумасшедшие фанаты. Hello. Hello. Do you speak English? No. No, why? Good, good. Learn, learn English. English, you need to learn. Если вы соберетесь как-нибудь на игру кипрского чемпионата, например, на игру Пафос АПЛ, у стадиона вас встретит... Блин, опасный момент был. У стадиона вас встретят обязательно военные и очень большое количество полиции. Потому что реально вот эта вся толпа в какой-то из моментов просто может... Yes, 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 this is America shoes, yes, yes, America shoes. I love hunting, only hunting, yes, yes. Okay, thank you. Я понял, что он любит хатику. I love хатику. Так вот, вот эти все сумасшедшие фанаты, если им что-то не понравится, могут реально через всю поляну побежать бить морды фанатам оппонента. Поэтому на многих стадионах на Кипре колючая проволока присутствует. Здесь не присутствует колючая проволока, здесь присутствует ров, который специально вырыли против фанатов. Там кипящее масло, колья. Акулы, эти ловушки для медведей, да. Пять минут добавляет судья, а не за что добавлять совершенно. И вы видите, что ребята думают, что АПЛ просто тянут к очередному чемпионству, поэтому так много добавили, чтобы он успел забить. Каракот, да-да-да, херекот. Калонгол, калонгол, Пафос бале, калонгол. Калонгол, калонгол, Пафос бале, калонгол. Пафос сейчас в эти секунды отбивается. Осталось последние 4 минуты. Поехали, все вместе. Пафос! 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 Сюда давай. АПЛ хочет победить. С 2-0 на 0, на 2-2. Они не ожидали такой прыти. Слышите, слышите? Малака, малака. Судья малака, они кричат. Сектор эмоций, друзья, просто горячих. Хорош, хорош.
не дотерпели, друзья. Последние секунды. И Пафос пропускает. 2-3. Все болельщики склоняются к тому, что судья продажный козел, как говорил один из современников. Но, к сожалению, да, за несколько минут до финального свистка Пафос пропускает 2-3. С 0-2 отыграться на 2-2 и пропустить мяч в концовке при добавленных 5 минутах – это трагедия. Трагедия для местных фанатов. А куда туда? Нарушали против него изначально. Апоэль тянет время против Пафоса, лежит у своей штрафной. Это хороший знак для Пафоса. Его начали бояться. Вот, друзья, я вам говорил про эту яму, которая специально сделана, чтобы фанаты... Ее можно перепрыгнуть, но трудно, конечно. Но сейчас судью освистают, когда он пойдет. Вот вы все сами увидите. Все, финальный свисток. Все, полетело. Драться побежали, вы видели? Вы видели, побежали драться? Смотрите, драка, драка. Посмотри, снимай, 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 драка, драка, драка. Смотри, смотри. А, здесь, 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 здесь. Андрюша, быстрее. Там, снимай внизу, драка. Что творится? Мы не успели подснять, но в подтрибунном помещении реально был махач, друзья. Вот именно поэтому здесь везде колючая проволока и прочее. Питон, что у тебя тут за заварушка? Эй, бро. Но я хочу сказать, что Пафос сегодня старался. Пафос сегодня переломил ход встречи. Можно соглашаться с тем, что судья козел продажный. Можно не соглашаться. Но за несколько минут мы пропустили... И в итоге спровоцировали драку в подтрибунном помещении. Все, друзья, очень горячо, жарко на этом матче сегодня было. Я боюсь что-то еще спрашивать у этих фанатов. Как бы ноги унести. Шарфик мне дали специально, чтобы не мне не дали по морде. Вот так вот. Все, пока. Ребята, я хоть и попрощался, но тут совершенно случайно на трибунах Пафосского стадиона я встретил директора нашего генерального спонсора Александра Абузярова, Марина Сервис Групп.
Саша, что скажете? Отлично, отлично, просто хорошо. Жалко, что не додержали до конца. Могла бы быть и ничья. Вы понимаете, из-за чего весь вот этот сыр-бор, все вот эти фанаты? Судья. Но судья даже не было бы такого, если бы счет закончился 2-2. Он добавил 5 минут. Ну это вообще ужас, конечно. 5 минут не должно было быть, да, правда? Да, кошмар. Как вам уровень футбола? Отлично. Ну, нам до этого надо еще немножко подрасти, но я думаю, мы справимся. Нам надо просто привести такие фанатские группировки тоже, мне это кажется, тоже, с собой. А тут еще Антоша. Это... С детства за пафос. С детства за пафос, но когда приезжает в Ригу, за Ригу. Да, да, с юношества за Ригу. Мы с Александром уже обсудили наше коллективное мнение. Будь Торбинский, была бы ничья. Была бы ничья. Он бы вытащил. Он бы вытащил центр поля, 3-3, удержали. Но Торбинского не выпустили, к сожалению. Как вам местные нравы? Горячие, горячие болельщики, ну молодцы, поддерживают команду. Хорошо, что у нас есть шарфики. Хорошо, а то бы нас уже давно... И мы не на той трибуне. Все, пока.